друзья, лето 2018 года подходит к своему логическому завершению. Лето было шикарное для нашей Ленинградской области. Кингисепп ощутил его просто сполна. Все загореть успели, искупаться. Ну, у нас не так много мест, но вот, пожалуйста, рядом Финский залив. Чудесное, красивое место. Сегодня 27 августа. Конечно, уже прохладно довольно-таки. Но мы решили немножко подогреть погоду нашими восточными танцами. В честь завершения этого великолепного, этого жаркого, чудесного лета. Ну, может быть, не профессиональные, но мои танцы для друзей.